Большинство пермяков построили бы в Перми аквапарк, чтобы круглый год в городе был островок лета и место для отдыха. На втором месте по популярности спортивные площадки и велосипедные дорожки. Примерно 15% опрошенных построили бы во дворе новую детскую площадку. Многим хочется увидеть больше скверов и парков. Практичные пермяки замечают, места для отдыха нужны, но еще важнее места для работы. Они бы построили больше заводов и предприятий. Было бы здорово, если бы у нас в городе построили Икею, аквапарк. Икея – классный магазин. Там много можно всего купить. Так приходится в Екатеринбург ездить и в другие города. Вот, так что было бы здорово, если бы у нас в Перми был такой замечательный магазин, как Икея. Больше спортивных сооружений, в частности, для велосипедистов, поскольку сами наверняка наблюдаете, в последнее время наблюдаем сильный рост этого вида спорта, назовем это так. Но хотелось бы не только больше велодорожек, но и каких-то профильных трасс для определенных уже видов спорта, связанных с велосипедизмом именно. Я очень хочу, чтобы набережная продлилась до железнодорожного моста. Чем быстрее, тем лучше, чтобы это было очень красиво. Это первое. И второе, я бы на Перми Первой снесла это здание, которое зеркальное построили. Не, в архитектуру просто не встает. И честно, я хочу, чтобы зоопарк все-таки открыли большой, чтобы животным было комфортно и люди могли пройтись по большой территории, а не по этим замкнутым маленьким коридорчикам. Наверное, я бы построил еще пару старокирпичных переулков, потому что это очень атмосферные места, и как раз у нас сейчас идет там работа по подготовке к региональной весне и российской. Вот, мы выходим подышать воздухом, увидеть людей, там очень красиво, и бывает, чувствуешь себя как будто бы в другой стране. Конечно, держи.